Всем здравствуйте. Друзья, привет. Мы снова в Нижнем Новгороде по вашим многочисленным просьбам. Я чуть присниму маску, потому что, мне кажется, меня вообще не слышно. Все-таки мы решились на обзор зеркал. Да. Дома зеркала икеевские есть и у нас, и у родителей. Сразу скажу, мы зеркалами довольны, нареканий у нас нет. Давай смотреть. А почему нареканий нет? Потому что есть легенда, или не легенда этого, что они минус один размер дают женщинам. Да, икеевские зеркала стройнят примерно килограмма на 3. Вот так. А мужчин? Мужчины не парятся. А мужчины не парятся. Погнали? Зеркало не седаль. Во-первых, все зеркала икеевские не содержат свинца. Имейте, пожалуйста, в виду, они не токсичны. И, в принципе, они не искажают. То, что вы выглядите чуть стройнее, при этом ваш общий силуэт нисколько не искривляется. Нет каких-то, да, неравноценностей. Вот как вы есть, так и есть, только вот чуть постройнее. Не седаль белого цвета, 40 на 50, два вида установки. Вот такое. Сюда можно повесить всякую штуку. Ну, у нас дома дети, мы так вешать не стали. Да. Оторвут к фигам. У нас висит не седаль вот так в прихожей. Оторвать пока не смогли. Поверхность влагостойкая, подходит для ванны. Туда, в принципе, очень многие и берут. 2500, размер 40 на 50. Точно такой же есть под беленый дуб и черный. Так, давай еще раз заглянем вовнутрь рамы. Пойдем сюда поближе. В принципе, все зеркала не седаль похожи. Здесь укрепная часть, на нее заодно повесили. Здесь у нас вставлено само зеркальное полотно, плюс дополнительно это усилено уголками и защитной пленкой закрыто. Это не уголки, а типа соплей, а-ля термоклей. Ну, короче, это специально сделанные уголками часть, и закрыть, и усилить, и чтобы не развалилось. Так, сама рама, здесь стык. ДВП, полимерная пленка. Это а-ля как фоторамочка. Да, тот же принцип. Так, давай вот так. Давай. А сейчас мы смотрим линейку бамбуковых и ротанговых зеркал. Мы ее показывали в новинках, но раз уж мы снимаем все вместе, да, то снимаем все вместе. Зеркало ротанг. Кристинелунд, 61 на 50, 2300 без рублика, 104, 704, 44. Нет, не снимается. Не буду снимать? Не надо. Покусают нас, да? Так, внутри такое же зеркало. То есть вот эта вот ротанговая окантовка, как коса, идет ровно по краю. Прям ровно-ровно по краю. А может, от чуть-чуть не сможешь отодвинуть? Во-во-во, все, больше не надо. Тут и крепление видно. Ну, принцип понятен. Дальше едем. Низ с Веден Ротанг, 50 сантиметров диаметр. Артикул 204-691-57-2000. То покажи так, потом я отогну. Угу. Ой, а я смогу снять. Зеркало. Оно как бы в специальной закрытой колбе, защитной еще. Крепежи и хвостик металлический. Он же является основой. Вешаю? Да. Рис, бюкт, черный бамбук, 50 сантиметров, 2300, 804, 704, 45. Стекло, полимерная пленка, бамбук, акриловая краска. Само зеркало. Здесь защитной колбы нет, просто зеркальное полотно, дополнительно две бамбуковые полоски и вот из такого же бамбука крепежик. Очень аккуратно, нагрузок не выдержит. То есть в том плане, что если вы его повесили, кто-то решил на нем сам повисеть, есть риск, что все развалится и рухнет. Дальше зеркало. Уп-п-норе. 23 сантиметра ротанг. 1300 стоит. А диаметр 23. Артикул 404.
702-49. Зеркальная поверхность. Здесь уже ротанг не плетеный, а из целых таких веточек. И вот как это изнутри. Тоже такая, да, защитная колбочка. Металлические крепежи. Прорезиненные. Все очень аккуратно. Лихолен, розовая осина, зеркало из двух штучек. Два вот таких зеркала. Крепко вставлено, не выдергивается. Здесь просто зеркальное полотно. И вот таких два из осины чербучка. Можете поставить, а можете повесить, как рекомендовано дизайнерами. Сейчас по фэмили 500 рублей, так обычная цена 1000. Раз такая цена, скорее всего, распродают. Один столбушок розовый, один бежевый, не окрашенный. Розовый выше ровно в два раза. Зеркало из линейки Statgolm, цвет шпон грецкого ореха. У Statgolm, имейте в виду, не совсем ровная рама, она ровная по кругу, но она не ровная по толщине окантовки. То есть здесь тоньше, здесь шире. А дальше на шпон ореха грецкого переходами, то есть здесь будут обязательно стыки, имейте это в виду, это не брак, это норма. И могут быть вот такие волнообразные переходы, а здесь такие ближе к полоскам. Стоит 4000, подходит для влажных помещений. Диаметр 60 сантиметров, стекло, каркас формированная фанера, а шпон грецкого ореха, прозрачный лак. 904-468-98. Снять не смогу, крепко висит. Сзади просто обычный металлический крепеж. Экне. 50 на 60. Одно, наверное, из старых зеркал, которые очень давно в ассортименте. 1000 рублей стоит. Можно во влажное помещение. Все это протестировано. Там тоже стандартный металлический крепеж. Не снимай. Ладно, у нас уже косятся, не будет снимать. Просим, приехали раздолбить всю выставку. Налетели тут ближе к ночи. 203-688-70. На самом деле мы сегодня вообще не должны были быть нижним. Но так складываются обстоятельства. Вас, пожалуй. Так, Дим, снимай дальше. У меня ресница в глаз попала. Сейчас пойдем тестить, как оно в зеркале. Так, дальше. Угу. Викерсунд 3000. Раньше продавалась такая рама. Что просто в рамах я ее уже не вижу. Сейчас есть такое зеркало. Кстати, когда продавалось только раму и не было зеркала, люди покупали раму и вставляли в зеркало. Помнишь? Было. 3000 стоит. Артикул 203-792-27. Здесь пластик, полистирол, зеркальная часть, стекло. Тоже подходит для влажных помещений. Дальше. Диаметр 80 сантиметров. Зеркало Лангесунд. Темно-серый. 5000 рублей, артикул 104-466-23. Металлическая рама, алюминий, порошковое покрытие, зеркальная часть, стекло, стекло, пружина, сталь. Так, ну где-то здесь должна быть маленькая пружинка стальная, на которой вешается. Ну мы договорились, бомбить не будем. А дальше Statgolm, диаметр 80 сантиметров. Шпон грецкого ореха. Мы показывали? Мы показывали маленькое. Это 80 сантиметров. Все то же самое. За счет диаметра цена выше. Артикул 103-692-81. Вот покажи, видишь, здесь вот у этого, кстати, образца более интересная структура. Переходов меньше видно. Зеркало. Фокус уходит. Уходит? Ну, как зеркало отражает. Ротсунд 80 сантиметров. 6000 рублей. Артикул 104-467-84. Стекло, каркас, формированная фанера из бука, пленка, прозрачный акриловый лак. Очень похоже и по дизайну, и по внешнему виду на Statgolm, только белое. Большой разницы со Statgolm нет. Дизайн такой же. Угу. Зеркало Lindbune. Зеркало практически с минимальным количеством рамы. Овал.
60 на 120, цвет черный, специальная защитная пленка, которая защищает стекло, если оно разобьется, защищает вас, если стекло разобьется. 704 5 8 6 27. Стекло, рама алюминий, вот такой тоненькая тоненькая, прям вот меньше мизинчика моего, то есть 0,6 где-то, не больше миллиметра, ой, сантиметра, все уже заговорилась. Тоже один из старичков, зеркало Экте. А второй вариант – это овал. 70 на 150, 3500, артикул 003, 688-71. Стоит 3500, тоже полностью металлическое. Ну, зеркальное полотно плюс сталь, эпоксидное порошковое покрытие. Весит, кстати, всего 8 килограмм, то есть не тяжелые. Вензеля вот эти, как многие любят спрашивать, несъемные. А не это ли зеркало, которое был период, где... сопровождался очень много проблем. Это было лет 5-7 назад. Ну да, это про него? Да. Фребрум. Из раздела «Самые низкие цены». Дешевле большого зеркала не найдете. 20 на 120. Очень часто его покупают и делают целую зеркальную стену. Просто зеркало, просто зеркальное полотно, крепеж. Все, больше ничего лишнего. 400 рублей. Артикул 204-550-61. Стекло. Угу. Подожди, ты могу что-нибудь мне в глазу? Да. А зеркало Лотс, комплект из 4 штучек. А, скотч, который родной, не надо его использовать, да, Дмитрий Юрьевич? Потому что оно сваливается. У нас... опять же, все зависит от вашей поверхности на обои, если вы приклеите, то оно обязательно отлетит. Тут или кафель, или что-то другое такое должно быть гладкое. Либо просто взять и усилить. Двухсторонний скотч, если не изменяет память, М250. Ну просто дома клеил? Самый-самый-самый такой крепкий надо, да, купить двухсторонний скотч. Стоит 400 рублей, 30 на 34 полотна. Просто зеркало. А в ближайшее время появится в магазине. В наличии нет. Артикул 703-692-59. Дальше снова зеркальное полотно. Лербро 48 на 120. 1000 рублей, 404. 710-22. Вот к таким уже зеркалам, когда вы видите вот такие хвосты, это значит, что крепеж прилагается. То есть это не клеевые зеркала, а зеркала, которые с помощью шурупьев приделываются к стенам. И они оттягиваются, по-моему, чтобы садить. Да. Не буду. Вдруг упадут. Пусть будет. Линдбюн. 40 на 130. Черный. 3000. 104, 5, 8, 6, 25. Стекло и алюминий. Как я говорила, тоненькая маленькая рамочка. Неседаль мы вам уже показали. Это черно-коричневого цвета неседаль. У нас живет дома такой же. Покажи, пожалуйста, раму поближе. Сейчас некоторые позиции отсутствуют, поэтому дырки на выставке. Зеркало Лотс, смотрю в книгу, вижу фигу. А зеркало Неседаль, 2000 рублей, размер 65 на 65, цвет черный. Есть еще белый подбеленый дуб. Артикульный номер 403-615-04. Кстати, сделан в Польше. Точно такой же Неседаль, ребят, только квадратненький. Ну, в ванну это прям вот самое то, их, ну, скажем так, заказывают максимально часто. Лербро, мы с вами смотрели большое, это Лербро маленькое, 48 на 60, тупо зеркальное полотно, 500 рублей, артикульный, сделано в Китае, артикульный номер 704-542-76. Дима, здесь особо показывать нечего. Ну да, тут. Крепежи тут не получится показать, потому что, подожди, а вот крепежи, кстати, вот, Дим. Темно, по свету сможешь вытянуть? Одно из новых зеркал этого года, очень интересное решение, размер 21 на 40, стоит 120 рублей, зеркало
Lensos 21х30. Просто зеркальное полотно. И все. Вот такая вот тоненькая маленькая штучка. Можно разрезать, можно развесить в рамочке. И у вас получится вместо фотографии много зеркал дома. Сделано в Китае. Артикульный номер 104-710-28. Два клеевых края прилагается. Но здесь, опять же, как Дима сказал, в зависимости от стены, чтобы это дело не падало. А, так, смотри-ка, а они появились еще и малышарики. Я вот этого не знала. За 80 рублей, 13х18. Резать ничего не надо. Вот такое маленькое стеклышко. Спокойно кладется в рамочку, либо просто на стену крепится. Тоже Китай. Размер 13х18. Артикульный номер 904-73-698. Самое маленькое зеркало. И самое дешевое. Зеркало Соты. Хёнефос. Как только на него бывает сейл, сразу его заказывают Саранск пачками. Очень любят из него делать фартук. Значит, здесь у нас три прозрачных. Нет, четыре прозрачных и три желтоватых. Вообще здесь 10 штук. Что-то здесь не все представлены. Сейчас я скажу, сколько. По-моему, Тань тупит, все, не обращайте внимания. 5 таких, 5 таких. 5 вот такого желтого цвета. Дим, как-то получится передать? А видно. А? Видно? Да. И 5 просто классического зеркала. 603-795-76. Продаются в такой коробочке. 10 штук. 18х21. Коробочка тяжеленькая. Сделана в Китае. Ну, в принципе, по стеклам не прописано, как, сколько каких, но... Логику включаем, исходя из картинки, понятно, что 5 и 5. Дальше уже пошли декоративные зеркала. Зеркало, набор из двух штук. Лисабюн, золото, 1300. Вот такое зеркало. И вот такое зеркало. Можно повесить, как представили дизайнеры, друг за другом. Соединив их как будто бы в единую конструкцию, можно разъединить. И плюс еще лисабюн добавить круглый. Но это уже по вашему желанию. Продается в такой пачке. Вьетнам, 104-536-99, 1300. Значит, одно зеркало ширина 20, высота 25, второе зеркало 20х17. Лисабюн круглое, 999 рублей, 25 сантиметров. Хотите, вешайте, хотите, ставьте. Технология позволяет. 504-710-31. Тоже во Вьетнаме сделано. Зеркало из детской серии. Дромара 16х50. Даже это прям такой пластик. Пластик с зеркальным покрытием. Он очень мягкий, поэтому, когда покупаете, аккуратно не надавите. На него здесь защитная пленка. Вы ее снимаете, сможете использовать. Комплект 4 клеевых края. Так, сделано тоже во Вьетнаме. Артикульный номер 303-662-48. Размер 16х50. То есть это безопасное зеркало. И плюс его можно приклеить, данное зеркальце, куда угодно, к любой дверке гардероба. За счет веса оно выдержит. Да тут уже на любую поверхность. Ну может. Да. Брогрунд зеркало. Появляется у нашего любимого Фрек конкурент. Фрек вот на такой штучке. Они оба, получается, один отдаляет, другой приближает, нет? Сейчас. Да. Зеркальная поверхность одинаковая, разница в толщине, в диаметре, ну и, соответственно, в самой руке. 999 рублей, Брогрунд. На одной стороне. Первую конструкцию, считай, более надежной, чем вот эту. Не знаю, мне нравится, смотри, шурупов не видно, все спрятано. Ну, я про первую конструкцию, вторую думаю, что она как-то... Ну, хотя эта конструкция уже лет 10 продается. Нержавеющая сталь, стекло, артикул 403-497-53. Такая вот коробочка. Шурупья придаются в комплекте. Сделано в Китае.
Линейка Бругрун представлена в ванной, там есть все элементы из этой серии. Так, плавно перетекаем дальше. Вот проект. Фрек, нержавеющая сталь, 479. Диаметр нигде не указан, кстати. Оно попало в категорию «Цена ниже», сделано в Китае. Диаметр не указан, сантиметровые ленточки тоже рядом нет, увы. Сложите, разложите, пожалуйста. Ну, не знаю, для меня это сомнительная конструкция. Уже много лет продается, нареканий не было ни разу. Дальше зеркало краб, которое у нас в свое время долбанулось со стены. 800 рублей, комплект из 4 штук, оно каждое с кривлением, при этом можно сделать и так, и как угодно раскидать. Вот эти все крепежики идут в комплект. Очень тяжелое. 44 на 40, сделано в Китае. Артикульный номер 503. 806, 39. Фокус животворящий. Он пришел. Ура! Димки фокус пришел. Дальше. Зеркало Лангесунд по акции и фольк. Всего 500 рублей. Фольк я. 704, 550, 68. Сделано в Китае. Здесь у нас такая вот деревянная вставочка. Цельной картон, шпон из тополя, акриловый лак, массив сосны и само зеркало 60 на 20. Дальше маленькие зеркала Лангесунд, сейчас по акции по 800 рублей вместо 1000, бежевый и темно-серый. Так, значит, бежевый 804, 469, 07 и серый 204, 469, 05. Оба для влажных помещений. Зеркало Sony 91 на 130, серебро. Сейчас по Family скидка аж целых 2000. Винтажное зеркало. Очень хорошо себя показало. Рама полистирол, зеркальная часть стекло. Вес 12 килограмм. Рама не облазит. Очень многие боятся, что рама со временем облезет. Ребят, нет. Эксплуатируется хорошо, куда только не вешать. Плюс здесь еще такой вот, как правильно называется, кто знает, этот вырез, блин, у меня мозг тупит, не соображу. Как-то по зеркальному, по-моему, называются вот такие вот вырезы. Да. Так что адекватное зеркало, красиво. Дим, смог раму поймать в передаче, да. Что она такая не совсем однородная. Так, Несидаль под беленый дуб, показываем цвет рамы. Несидаль белая. Кстати, Несидаль белая, Несидаль большая, есть еще 65 на 150. По факту Несидаль трех размеров. 65 на 65, дальше 40 на 165 и 65 на 150, то есть три размера. Выбрать можете уже по своему разумению. Монгс, так, 94 на 190, 12 тысяч стоит зеркало, весит 26 килограмм. Стекло, основные части бумага ДВП, ясеневый шпон, прозрачный акриловый лак. Огромнейшая просто рама, здоровущее зеркало, 94 на 190. Ну, люди такие зеркала любят, и это, кстати, не самое большое икеевское зеркало. Могу покрасоваться. А самое большое зеркало икеевское, вот оно. 78 на 196. Гювет. При этом его можно повесить, а можно поставить. В принципе, любое икеевское зеркало можно поставить к стене. Главное, чтобы вас его никто не снес. Стоит 10 тысяч рублей в алюминиевой раме. Алюминиевая рама толщиной всего лишь 1 сантиметр. То есть стекло плюс алюминий. Все, больше нет ничего. Наличия на данный момент нет. Ну, как много чего нет. Так, пойдем дальше. Зеркало Кармсунд с короной. Корона съемная. Но надо немножко усилий приложить, чтобы разбомбить. Бомбить не будем. 80 на 74 из трех полотен. Можно повесить, можно поставить. Значит, на обратных сторонах есть сюрприз для всяких фабрикулек. Девичье зеркало. 3700, цвет черный. Артикул 003 692 53.
Размер, повторюсь, 80 на 74. Продается, в принципе, в коробке вполне может сойти за подарок. Зеркало напольное Венесла с вешалкой. 45 на 178 белого цвета, стоит 10 тысяч рублей. 203-982-59. Сказано, просто поверни. А, оно привязанное. Я так покажу. Вот они, крючки, полотно, и сюда еще можно чего-нибудь, кого-нибудь повесить. Это тоже вкусно, нам уже такое зеркало требует. Кстати, да, сюда можно и форму, да, и место мало занимает, да. Дальше. Кармсунд уже большое, повторюсь, короны съемные. Один раз его IKEA распродавала лет 5 назад, по 1500 они были. Но деревья тоже были зелеными, да, и мы молодыми. Да, крючки. Мороженое вкуснее. Оно было натуральным. 403-692-51. 6 тысяч рублей. Цвет черный. Можно повесить тем, кто не хочет ставить. Одно из самых продаваемых в IKEA зеркал. Дима сейчас скажет, я не успеваю за вашим бегом, да? Да. Кнапер. Белое, напольное, 48 на 160. 3500. 203-962-41. Одно из самых продаваемых в IKEA зеркал. Несущая обвязка, задняя часть сталь, пигментированный порошковый паркерите, зеркало, стекло. Все. Эта вешалка полноценная для вещей. Да, занимает место, но очень удобно. Экономите пространство. Ну, несколько таких, да, постоянных базовых шмоток, плюс какие-то мелочи можно убрать. Идем дальше. Зеркало напольное Флакнан. Одно из маленьких самых зеркал. 2530 на 150. Дим, я хочу, если ты сможешь показать, видно ли вот здесь меня целиком. Очень многие переживают, что не будет видно человека. Но зеркала все-таки устроены так, что не надо ровно столько поверхности, сколько мы сами, да, в ширину. Поэтому видно полностью, видно в полный рост, во всю ширину, с плечами, с руками, со всеми деталями. Понятно, если я подойду вот так, даже если я подойду вот так, я буду видеть себя все равно в полный рост. Стоит 2500. На данный момент в магазине нет, скоро появится, написано. 303-792-22. Из моментов. Очень аккуратно нужно быть с рамой. Но это зеркало, честно, уронили. Поэтому вот такая вот шлобудень. То есть это не расклейка, это механическое повреждение. Да. Видишь хвостик отломанный? Только краска тут поможет. Ну да, стыковать и стягивать. Так, у нас осталось совсем чуть-чуть. Я надеюсь, вы еще не устали с нами. И Корнес. И Корнес есть большая, есть малая. Большой, 52 на 167, ясень. 1999, отделка из шпона. В наличии пока нет. Артикульный номер 703-692-16. Формованная фанера, ясеневый шпон, зеркало. Что там сзади-то? Сзади тоже ручка для вещичек. Так, и перешли мы к настольным зеркалам. Ну, я не советую сюда нагружать его, потому что само крепление, оно... не является сверхнадежным. Вот о чем? Сейчас у нас остался раздел «Настольные зеркала». Вот Ласабион, зеркало 13 на 18. Ничего не напоминает? За 80 рублей зеркало, да? 13 на 18. Только здесь красивущая рама железная с цепями. Кто хочет с цепями, welcome за 500 рублей. Кто хочет просто и рамочку, можно сэкономить. Темно-серый, 500 рублей. Стекло. Артикульный номер 004-432-72. Дальше. Кармасунд. Черное уже давно в ассортименте, еще появилось белое настольное зеркало с полочкой. Корона, как я уже говорила, снимается. На заднюю планку можно повесить несколько крючков и размещать украшения. Это к тому, что зеркало не двухстороннее. 27 на 43 стоит 1000 рублей. Значит, белое 104-938-41. Черное 203-692-52. Полностью идентичны, отличаются только цветом. Будет очень хорошим дополнением к напольному зеркалу. Да. Ну, не в одной стилистике. Всеми любимое увеличивающее зеркало на ноге. 299 рублей. Тренсо. Да, про него даже сказать нечего, да? Неушибаемое классика. Зеркало. Классика. Мы его в сибирском используем для мастер-класса. Очень удобно. Купили год назад и до сих пор юзаем. Ни шиша с ним не делается. Одна сторона увеличивающая, другая классическая. Сейчас по акции стоит всего 300 рублей. Ой, боже мой, куда-то все поехали. А, так, Лисабюн. Не все стоят.
Вот этого зеркала не вижу. А, это комарсун, так упакован. И Кронес, про что говорила, мы снимали только что большое, есть еще малое зеркало. Вот его задняя часть, вы можете повесить. Можете повесить вот так, можете повесить вот так, как вам удобно. Эту часть тогда уже не ставите. Стоит 2000 рублей, размер 74. Ой, 27 на 40, что-то я его 74-то решила так увеличить резко. А что-то меня не фиксируется. А, вот, все. 2000 рублей. Зеркало настольное. 27 на 40. Ясень. Артикульный номер. 503-692-17. Так, это у нас La Sabine. Круглая. 800 рублей. Увеличивает с одной стороны, с другой классика. Серого цвета. Вот здесь должно быть с двух сторон вот эти вот закрывашечки. Но кто-то уже помародерствовал. Вот как оно выглядит с двух сторон. На подарок, кстати, кто хочет подарить зеркало необычное, вполне можно. 800 рублей. Стекло и сталь. 804-590-99. Так, да, я проверила. Лисабин еще есть в золоте. Тоже 800 рублей. Оно, к сожалению, не представлено. Вот оно. Артикульный номер 904-710-34. Где хоть сделано-то? В Вьетнаме сделано. Так, Дим, и последнее зеркало на сегодня. Тиснес. Зеркало настольное. Раньше было по распродаже периодически, сейчас что-то перестали, да? Хватит экраны свалять. Ложу я. 1500. Здесь железное такое тяжелое основание. 22 на 39. Алюминий. Зеркальная часть. 22 на 39. Цена 1500, 903-692-82. Искажений нет, можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Так, ну что, по зеркалам все, фух. Не ругайте, местами фокус не попадал. Это все из-за того, что это имеет зеркало. Смысл сделать зеркало отражать, и отражение хоть побыстрее. Здесь уже, каким бы ни был золотым оператор, он сделать ничего не может. Да, если фокус попал на отражение, он ушел в другую сторону. Ну что, будем прощаться? Несколько слов в ваших комментариях. Лайк, дизлайк, отписка. Все как положено. Мы всегда рады. Пока!